Уралаксика. Обожаю. Обожаю Уралакс. Да, очень эффективный комплекс, вы знаете, гарантированно. То есть вот не бывает так, что человек попил Уралакс и вообще не понял, пил он его, не пил. То есть вот тут эффект прям четко, да. То есть все, кто был способен там, и склонен, точнее, к накапливанию лишней жидкости, да, к отекам, даже к тканевым отекам, вот Уралакс прекрасно работает на дренажи. То есть плюс вот все, кто склонны к циститам, часто обостряющимся, да, если это не уреоплазма конкретно, да, а именно там в менопаузе у женщин, то есть вот Уралакс прекрасно работает. И это диуретик, то есть мочегонное средство, восстанавливающее еще сами почки и калий сберегающее, потому что калий-цитрат есть в составе самого комплекса. То есть мочегонку почему люди, как бы, ну, по идее, не пьют, да? Или пьют ограниченного, или со аспарканом, например, да? Потому что вымывается калий, здесь он уже в составе есть. Вот. Поэтому не пугайтесь, поскольку витаминки есть и витамин С, да? Моча на фоне премиум релакса будет желтенькая, да? Это нормально. Тоже, потому что это витамины группы Б. Да. А если камни уже есть? Если камни уже есть, прекрасно. Он их, если у него есть... Ну, конечно, это не прекрасно. Это не прекрасно, но смотря какие камни. Смотря какие камни. В зависимости от вида камней, Уралакс может их обтаять. То есть вот как снежок, если занести кожу, да, вот он растает, да. То есть за какое-то время камушки могут обтаять, да. Если песочек, он его точно выведет, точно, совершенно, да. Вот. Ну, просто камни есть разные, оксалаты, ураты, фосфаты. То есть это от вида камня зависит. Но можно все равно. Обязательно. Без этого никуда. То есть как бы ткань почки, чтобы не страдала, обязательно нужно восстанавливать. То есть это тоже курсовой продукт, то есть не надо его есть денно и ночно. То есть, ну, 2 месяца максимум я его использую. Это гипертоника. То есть мы все вопросы гипертонии решаем через Уралакс. Ну, 10% может быть психогенное остается там или сердечное, но вот основной результат на гипертонии.